тигров не видно, дядя Шон. Они прячутся за деревом. Ладно, ладно, сейчас. Круто! Что это? Вы что-то в них бросили? Мы не должны дразнить животных. Мы не дразним. Мой племянник просто хотел их сфотографировать. Ну, получилось? Ну да, 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 то, что я хотел. Идем, идем, мне надо отлить. Идем. Эй! Эй, вы куда все? Эй, что случилось? 911, что у вас случилось? Он просто смотрит на меня. Он не сводит с меня глаз. Это плохо. Охрана зоопарка в курсе, они уже идут к вам. Они не успеют, понятно? Я был на сафари, я знаю, как быстро они бегают. Шон, мне говорят, что лучший выход — оставаться неподвижным. Чтоб тебя... Я его больше не вижу. Я, кажется, перехитрил его. Шон,